Подъем по тревоге. В ночь на 29 января в областном центре в семиэтажке на улице Калинина произошел пожар. Горела квартира на втором этаже. Площадь возгорания 20 квадратных метров. Подъезд дома заполонил дым. Сложность заключалась в том, что в ночное время в доме находились жильцы. 137 человек пришлось спешно эвакуировать. С огнем удалось справиться, никто не пострадал. К тушению пожара привлекалось 12 единиц техники и 36 человек личного состава. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Напоминаю о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в быту.